Серега, давай, давай, давай! Yeah.
Короче, сейчас ли мы в велопробежке. Как бы мы не взяли, но мы ехали, мы тоже не ебали сейчас. Поддержки, Вань. Поддержки. Поддержки. Поддержали. Да. Морозно. Чуваки бегут тоже, нормально. Молодцы. Молодцы. Бежать тоже тяжело. Бежать тоже. Да, я скажу, на успею это все. Я вообще еле-еле бежал, как песков был медленно, но добежал. На велосипеде, скажу. На все стороны это самое. А велосипеде то же самое, это говорит. Не так уж и легко. Да, вот я тебе скажу, вот, слышишь? Антон, а? На велосипеде не так уж и легко тут ехать. На велосипеде? Ну как, мне вообще легко было, я не знаю. Вообще? С таким темпом мне вообще легко. Я даже не устал. Вообще даже ни капельки. А если бы, конечно, мы как обычно бы ехали, то устаешь. Я бы ехал как обычно, потому что мы не мешали как коров давать. Песок он я разрыхлился, более стал сухой и... А, я вблизи по песку. Нет, это я... Я нормально. Короче, вообще, везде прошел хорошо. Не падал. Вообще везде, у меня отлично. Не падал, короче. Главное правильно выбрать тактику, Михалыч. А? На тактику правильно выбираешь тактику. Нервируешь, не торопишься, не уезжаешь куда-то в леса, вокруг там матоксы, там еще куда-то потом возвращаться, то не устаешь. А я рванул, блядь, по этим. А ты рванул вообще непонятно куда и зачем. Даже по кругу бегали, как раньше.